теория и практика. В детском саду номер 5 «Золотой ключик» прошел урок пожарной безопасности. Напомню, в округе подобные проверки готовности к чрезвычайным ситуациям проходят в течение целого месяца. Цель и знания детям дать, и спасительные навыки отработать. Как проявили себя дошколята, Мария Кузьмичева расскажет. Так, вот это что у меня такое красненькое? Фонарик, правильно. Что такое пожар, чем он опасен и по какому номеру телефона нужно вызвать пожарную службу. Эти маленькие дошколята в этих знаниях прекрасно осведомлены и могут посоревноваться с любым взрослым. Будущий огнеборец Артем Симанкин в свои 6 лет о пожаре знает много и охотно делится своими знаниями с ровесниками. Это огонь, который все сжигает, и от него надо держаться подальше. Он делает углекислый газ, и человеку нечего дышать. Но у пожарных есть специальный противогаз. Полученные знания Артем приобрел не только из книг и фильмов. В детском саду ежемесячно проводят беседы и консультации по пожарной безопасности. А чтобы наглядно закрепить материал, в этот раз для всех детей подготовили викторины и мастер-класс по пожаротушению. Это забавно, весело изучать что-то в форме игры. Родители всегда принимают участие. Несколько лет назад мы принимали участие в конкурсе «Дети против огненных забав». Заняли первое место на районном конкурсе. Очень этим гордимся. И стараемся дальше также плодотворно вести нашу работу по безопасности. Осведомлен, значит вооружен. Дошколята и в этот раз достойно справились с викториной и на практике показали свою подготовку. Месячник безопасности продлится до конца сентября. Он охватит все образовательные учреждения Люберецкого округа. Мария Кузьмичева, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.